Думали о том, как вывести этот дом, интернат из Чистилы, за село, за чертой села. И сегодня уже с помощью федерального центра мы можем говорить, что уже в этом году, к концу года, уже выделяют для этого средства. Дом-интернат должен будет выведен за пределы Псидаха. Поэтому властям и Малгобекского района, и в целом Министерству труда и социального развития надо максимально посмотреть, подыскать место, где это будет, чтобы это было доступно, удобно, ну и завершить эту задачу к концу года. Таким же образом у нас и социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов. Дом ветеранов рассчитан на 30 койко мест и не имеет возможности принять на оздоровление всех желающих. Здесь тоже нам оказывается помощь по линии федерального центра, и к концу года за выделенные средства мы должны пристроить дополнительные корпуса еще на 50 койко мест и создать уже совершенно современные условия для реабилитации там и ветеранов, и инвалидов, и, конечно, любого желающего, кто хочет отдохнуть на этом центре. На это обращаю тоже отдельное внимание. Но опять же хочу здесь подчеркнуть свое недовольство работой социальных отделов муниципальных образований. Здесь нет контроля, насколько я вижу, поэтому здесь просил бы депутатский контроль организовать в этом направлении. Много людей, которые мы видим, или которых мы видим в соцсетях, в Ютубе или в других соцсетях, про которых пишут, про которых говорят неравнодушные люди. Но при этом штатное соцотдело есть, и они почему-то должны внимание этим людям не оказывать. Здесь надо максимально всем миром работать, в том числе привлекает тот институт гражданства, о котором мы говорили, тейпов, фамилии, родных и близких, которые иногда бросают своих родственников на таком трудном, тяжелом социальном положении и ждут, пока им кто-то окажет помощь. Комплексно мы должны здесь с вами поработать и максимально сделать так, чтобы все-таки люди, которые независимо от национальности, вероисповедания, которые находятся в трудных жизненных ситуациях, должны получать ту социальную помощь согласно и закону, и правилам, и обычаям, и традициям наших.